Так, будем теперь перетачивать второй нож из супер порошковой стали S90V. Ножичек складной, небольшой, сантиметров 10. Поэтому надо будет заменить губки удерживающие. На вот таких двойных этот нож практически невозможно зафиксировать. Либо только одной деталью. И вот есть у меня такие губки. Они тоненькие и одинарные. Но две точки крепления, они как бы идут для филейных ножей, либо для небольших ножей. Они, угол у них вот этот, еще более острый. Можно заточить с наименьшим углом заточки. Но мне надо заточить на 38 градусов, чтобы нож был долгоиграющий, потому что он в повседневной жизни используется и режет все. Еще кромка не выкрашивалась, делаю такой большой угол заточки. Единственное, вот по этому филейному зажиму мне не понравилось то, что здесь в комплекте они не положили ключик зажимной, шестигранник. А он здесь от этих губок не подходит, потому что здесь пятерка или четверка, а здесь 2 миллиметра. Надо будет искать, докупать шестигранничек. Нож я не заматываю в скотч, потому что это мой нож. Если где-то появятся царапины, мне это не принципиально. Купил смазку новую, потому что что-то это... Ну, вот это реально ВД-40, она испаряется, очень неудобно работать. Взял две смазки, одну азот оружейную, одну вот беркут. Как бы для грубых камней удобно, когда масло такое погуще. А для финишных камней удобно вот с аэрозольной, потому что они более жидкие. Лучше самоочищаются, мне понравилось намного больше. Выставляем камень, выставляем угол. Будем все делать опять с самого нуля, чтобы ободрать его побыстрее, потому что сейчас нож заточен на 30 градусов. А нам надо его перебить на 38. Так, 0. 17,3. Это у нас 34-35 градусов. Опускаем. Девятнадцать с половиной. Перестарался, но сейчас тонкой подводкой. А нет, тонкая увеличит только. Вот 19 ровно. Если перевернуть. Девятнадцать и один. Все, вот мы выставили угол буквально за два раза. За три раза угол у нас выставлен. Все, начинаем точить.
Вот эта сталь S90 VIP для меня пока самая жесткая. Вот и для камней, мне кажется, она уже на пределе. Занимает больше всего времени. Прям один нож минут 20, а то и 30 можно точить, чтобы более-менее что-то сделать. Даже М390 по сравнению с ней намного мягче. Обдирочку закончили. Масло, в принципе, неплохое. Хорошо все смывает. Так, закончили мы 400-ку. Все, закончил последний камень, 1200-й. Нож, в принципе, уже острый. Но сейчас, как хотел, пастой поработаю чуть-чуть. Бланк дубовый. И паста алмазная, фракция 7.5. Даже не то, чтобы заточить, а просто, чтобы маленько приполировать режущую кромку. Самый краешек режущей кромки, он даже не будет доходить, в принципе. И специально для подписчиков из Омска рубрика «Заточи мне нож». Можете привезти мне нож, и я вам бесплатно его заточу. Выберем 1-2 человек. Единственное условие – нож должен быть от 10 до 16 сантиметров длиной.